Кадровая работа в Одесской мэрии поставлена из рук вон плохо. Случайные люди попадают даже на должности, связанные с охраной общественного порядка. Чтобы сохранить лицо местной власти, начальству приходится их увольнять. Кадры с камеры наблюдения видела вся Одесса. Дрифтер наворачивает круги на площади перед памятником Дюку. Пропустили его туда бойцы коммунального предприятия «Муниципальная стража». Он сказал, что живет в гостинице «Лондонска» и хочет забрать сумку. Наряд не потрудился проверить, есть ли у гражданина документ на заселение. После служебной проверки сотрудников уволили за халатность. Сообщает об этом украинская служба информации со ссылкой на пресс-службу муниципальной охраны. В подборке новостей на городском сайте информации нет. Мэрии стыдно признать позорную правду.